У каждого стола свой модератор. Он помогает участникам тренинга подобрать идеи по заданной теме. За одним из столов обсуждают критерии отбора в молодежный кадровый резерв. Звучат разные предложения – от личных качеств и уровня образования до знания нескольких иностранных языков. Я была модератором очень глобальной темы. Молодежный кадровый резерв – это проект объединения молодых специалистов, который, как мы надеемся, уверены, поможет всем талантливым, активным молодым специалистам найти свое призвание, новое место работы и признание в коллективе, в том числе и руководством. Третий по счету мозговой штурм объединения молодых специалистов прошел под девизом «Изменения – это круто». Аудитория Центра подготовки кадров собрала самых активных представителей из разных подразделений компании. На этом мозговом штурме ребята вырабатывают идеи по четырем направлениям. Это первое направление – это выработка системы, скажем так, критерий, вернее, оценивания активности молодых специалистов в компании для включения в молодежный кадровый резерв. Второе – это разработка системы социальной работы в советах молодых специалистов в структурных подразделениях компании. Четвертое у нас – это празднование Дня молодежи в компании. Четвертое у нас – разработка церемониала посвящения молодых специалистов. Экспертами на тренинг пригласили председателя районного комитета молодежи Алексея Болотина и председателя Совета молодых специалистов Михаила Лисовика. Они и сами были участниками мозгового штурма. Сегодня выступаю в качестве эксперта, также выступает в качестве эксперта председатель районного комитета молодежи Алексей Болотин. Вот. В конце нашего сегодняшнего мероприятия мы подведем итоги и уже, так сказать, со стороны мы наблюдали, как все это происходило, и потом все это уже в итоговый документ, все это ляжет. Тренинги впустую не проходят. Когда-то общий управленческий орган Совета молодых специалистов тоже был проектом. Теперь это уже действующая структура. Я на таком мероприятии впервые. Я раньше участвовала в подобных мероприятиях, но это был форум. Мы тоже там высказывали свои идеи, мы работали над проектом, но тут сразу 4 проекта. И не всегда успеваешь высказать все свои идеи. Мозговой штурм приносит свои плоды. Новые креативные идеи. Молодые специалисты получили заряд положительных эмоций и готовы к дальнейшей работе по их воплощению в жизнь. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».